Вітаю. Зараз на всіх каналах тільки і говорять про цей страшний коронавірус, який прийшов і до нас. Сьогодні другий день карантину, який оголошено в Україні. І у нас в студії головний експерт області з інфекційних хвороб Сергій Панкратов. Сергію Михайловичу, я вітаю вас. Хтось в ефірі зазначив, що у цей період, який ми переживаємо, найстрашніше паніка, а от знання – це найкраще щеплення. Тож ми з вами маємо продовжити просвітницьку місію і сьогодні розповісти про ситуацію, яка склалася у нас в області. Ну, совершенно верно. Паника, скорее всего, и чаще всего возникает из-за недопонимания проблемы. Когда человек знает реальную опасность, реальную угрозу, тогда он уже предпринимает какие-то действия, а не просто там паникует, и соседей еще окружающих тоже вовлекает в этот процесс. Вот, поэтому, да, давайте мы в общих чертах поговорим, вспомним, что такое коронавирусы, чем они страшны и как, так сказать, с ними бороться. Да, страшный коронавирус, что это? Ну, в чем его страх? Коронавирусы, в принципе, уже известны давно. Вот. И коронавирусные заболевания тоже мы знаем с 2002 года, когда был SARS, потом был среднеазиатский, значит, синдром с высокой температурой, с пневмониями. А теперь уже вот в 20-м году, конец 19-го, в Китае и в основном 20-й год, это уже коронавирус. Вот. Ну, в принципе, они, в общем-то, по клинике похожи, все эти группы заболеваний. Но это совершенно другой вирус, с которым никогда не встречался человек, и поэтому он для него опасен. То есть нету изначального иммунитета, нету защиты. И в основном уже тут чисто защита только на самого человека. Насколько сильный иммунитет. Да, если у него нет каких-то сопутствующих заболеваний, если он сам по себе здоровый, то у него это чаще всего проходит нормально. Потому что, вы знаете как, то говорили, что он не очень заразный вроде бы, и расстояние вот как между нами с вами метры, и уже это заражение не произойдет. Да. А с другой стороны, мы видим эту массу заболевших. Да? Не все же они так плотно контактируют, а все-таки заболевания есть. Если мы говорим, что наиболее заразные это болезни такие, как ветрянка и корь, когда, допустим, на расстоянии 30 метров даже находясь от больного человека, можно заразиться, то здесь вот ограничивают расстояние метром, как будто бы. Ну, а практически, наверное, все-таки еще это не совсем. Но надо сказать, что ну, с конца декабря всего 3 месяца прошло неполных, поэтому исследования продолжаются, накапливаются знания, уже подходы к болезни будут совсем другие, к профилактике особенно. Які от перші ознаки, які симптоми цього захворювання і чим він відрізняється від звичайного грипу? От як розрізнити це? Получається так, що, в общем-то, симптоми основні такі ж, як і при інших респіраторних заболіваннях, і в частності при грипі. Ну, прежде всего, це повищення температури, це катар верхніх дихальних путей, тобто, опять-таки, в носу, там дискомфорт получается, кашель, вот, и общая интоксикация. Но когда человек заболевает, он, конечно, должен оценить прежде всего свое состояние. Нужна ему помощь какая-то в стационаре, допустим, или в других медицинских учреждениях, или он может обойтись дома. Но когда мы начинаем оценивать вот эти все моменты, что делать с этим человеком, можно ли его оставить дома или надо ему оказывать помощь, нужно так называемый эпиданамнез. Потому что мы видим, что сначала источником это был Китай, а теперь это уже и страны Европы, и даже и за океаном тоже есть. Поэтому, когда у человека есть эти проявления болезни, мы должны узнать, откуда он, то ли он на месте заболел, то ли он приехал откуда-то, то ли к нему приезжали кто-то из-за границы в недавнее время, примерно 2 недели, потому что инкубационный период коронавируса считается 2 недели. И что еще опасно, что обычно
заразный человек становится в конце инкубационного периода, то есть примерно где-то с 11-12 дня, то в данном случае считается, что он может выделять вирус и раньше. Поэтому и 2 недели назад надо отсчитывать, да, и уже за этот период знать, был в контакте человек или нет. И если это уже действительно он прибыл из-за границы, вот особенно из тех районов, где есть уже коронавирус, или кто-то к нему приехал в это время, то тут уже нужно думать, может быть, это и правда коронавирусная инфекция. А при обычном гриппе мы знаем, что да, тоже острое начало, вот, и бурное течение. И при гриппе бывает пневмония, но пневмония при коронавирусе, вот это и есть самое страшное. Потому что поражаются легкие, легкие перестают дышать. И в данном случае без кислородной поддержки уже человек не спасется, если уже дошло до этого состояния. Ну и в отличие еще от гриппа и коронавируса в чем? В том, что при гриппе группы риска, это вот дети маленькие и люди пожилого возраста, с одной стороны. И при гриппе чаще всего вот в прошлые годы, когда тяжелые случаи были, это были наоборот. Люди молодые. Люди молодые, здоровые, но с повышенной массой тела. В данном случае молодые, в данном случае и дети не относятся к группе риска. Группы риска относятся уже люди где-то с 60 и выше. Ну и по поводу беременных. Беременные при гриппе это 100% группа риска. Вот. Но в данном случае при коронавирусе еще, в общем-то, так не определились. Но наше мнение какое, что беременные всегда это группа риска, независимо от того, какое это будет аденовирусное заболевание или там, ну, не дизентерия, допустим, но какие-то другие вирусные заболевания. То есть беременные есть группа риска. Сергію Михайловичу, і що от має людина, яка занедужала, робити? От її перші дії? І як організована сьогодні медична допомога? От чи на виклик приходить лікар, чи треба викликати швидку допомогу? Чи по телефону? От скажіть, будь ласка. Ну, видите, при коронавірусній інфекції немножко тактика міняється. Если при всех других заболеваниях мы критикуем, так сказать, тактику семейной медицины, когда они приглашают к себе или по телефону пытаются лечить, да, ликуют по телефону. Да, то при коронавирусной инфекции эта тактика оправдана. Я имею в виду, что не вызывать к себе, а по телефону выяснять подробности, вот о которых я сказал, человек местный или приезжий, какое его состояние и какая тяжесть, дышит ли он или не дышит сам, или ему тяжело дышать, это первое. Второе, выяснить возраст опять-таки. И третье, обязательно выяснить сопутствующие патологии. Или это человек с хроническим бронхитом, или с сахарным диабетом, или с повышенным давлением. Все эти группы как раз относятся к тем, которые могут получить быстрые осложнения и помощь в стационаре. Вот. И если это пока удовлетворяет этим всем показателям, что все более или менее нормально, и больной не прибыл откуда-то из районов, то он остается на дому. Это называется самоизоляция. Больные находятся дома и, конечно, контактов поменьше. Если же какие-то подозрительные моменты, то есть эпидемоанамнез, опасность прибытия откуда-то, ухудшение общего состояния, тогда нужно вызывать скорую помощь. У нас, кстати, уже план, вот, так сказать, ну, работы при коронавирусной инфекции есть давно, и наша скорая помощь располагает каретами, которые специально оборудованы. Только при вызове, конечно, нужно объяснить, и чтобы это было убедительно, что это коронавирус. Тогда машина приезжает и с возможностью кислородной поддержки, и в защитном одеянии. Сергій Михайлович, а ви сказали, що от самоізоляція і тільки по телефону контактувати з лікарем, на виклик вони не приходять? Ні, в даному випадку не потрібно. В даному випадку не потрібно, тому що якщо це і правда коронавірусна інфекція, значить
доктор там или кто посетил, он является уже, так сказать, контактирующим с этими, с этим больным, и он подлежит тогда тоже изоляции и так далее. Угу. То есть, чем меньше будет контактировать с так называемым потенциальным коронавирусом, тем лучше. А яке лікування передбачається в стаціонарі? В стаціонарі, значить, надо сказати так, що при коронавірусній інфекції нет ні противовірусних препаратів, які при грипі є і доволі ефективні. І, к сожалению, при грипі вакцинація допомагає. А от вакцина, во-первых, ще не розроблена, с одной стороны, а с другой стороны, есть такое мнение, что вакцинация будет неэффективна, потому что вирус меняется тоже очень часто, и вакцину подобрать будет сложно. Угу. Вот. А в стационаре что? В стационаре прежде всего оценка общего состояния, оценка возможности самостоятельного дыхания или нет, для этого есть специальная аппаратура. И если больной нуждается в кислородной поддержке, то она должна начинаться как можно раньше. Ну и, соответственно, еще сопутствующие какие-то заболевания. Если есть там с сердцем и с другими органами проблема, значит, коррекция должна идти так вот. А от сьогодні, наскільки готові медичні заклади до ситуації, яка склалася, і до прийому хворих? Ну, медицина мобілізувалась доволі швидко, як тільки виникла загроза коронавірусу. На данный момент, значит, какие у нас мероприятия? Ну, участковая сеть или семейные врачи уже, в общем-то, знают алгоритм, каким образом нужно вести. Скорая помощь уже тоже оборудована специальными машинами. А место для госпитализации этих больных – это инфекционная больница. У нас есть 6 мест для оказания реанимационной помощи. И где-то около 12 палат для лечения обычных больных. И планируются, значит, вот такие образования, как в Санжарах, например, были, но уже совершенно оборудованные. Где-то в каких-то еще пока, я не могу сказать, где, они еще пока не выделены. Именно для тех, кто находился в контакте или прибыл. Для изоляции, да? Для изоляции. Именно это называется обсервация. Зараз оголошено карантин. Що таке карантин? Карантин – это, значит, превентивная мера, которая рассчитана на недопущение потенциально заразных людей в данную местность. Да? То, что у нас сейчас объявлено, это, скорее всего, профилактическая мера разобщения. То есть закрытие садиков, закрытие школ и закрытие коллективных всяких мероприятий. Когда мы говорим о гриппе, мы всегда говорим о том, что должно избегать все вот эти вот вещи, которые сейчас есть. А истинный карантин – это недопущение, допустим, из Италии больных через границу на Украину. Вот в таком деле. Или из других мест, где они есть. В Украину они не должны поступать. Ну, границы у нас пытаются закрыть, но мы видим, как вот Соединенные Штаты поступили. Да, они закрыли Европу и все, и будьте здоровы. Не справились с этим делом, значит, варитесь в своем котле, а в Штаты приезжать не нужно. Вот это называется карантин, а у нас это профилактическое разобщение. Угу. Сергей Михайлович, вот навчальні заклади закрили. А всі інші розважальні заклади, вони будуть працювати? Які, ну, який объявляют, план? Объявляют о закрытии таких дел. Вот, даже какие-то собрания, съезды и так далее. Ну, сейчас же вот дискутируется Верховная Рада, будет работать или не будет. Вот. Ну, хотя, кто его знает, может быть, если уже пошли по такому пути, то надо и там ограничить количество. А во всяком случае, вы видите, такие, можно сказать, европейские или мировые мероприятия, как чемпионаты, закрывают, переносят на следующий год. То есть работа в этом плане идет. Футбольные матчи проходят без зрителей. Да. Ну и мы по профилактике поговорим. Значит, видите, как вот футболисты выходят, руки не пожимают друг другу. Сергію Михайловичу, я хотіла, щоб ми у цій розмові зупинилися на індивідуальних засобах захисту. Ну, все залежить від путей, так сказати, передачі даної інфекції. Виходить так, що вірус виділяється во внешню середу з дихательними, через дихательні пути. Виходить так, що цей вірус осідає на окружаючих предметах.
Причем на окружающих предметах он может содержаться довольно долго. Если мы касаемся эти предметы, а потом мы уже несколько раз говорили, что человек в течение дня до 300 раз непроизвольно касается лица своего и рта, то вот таким образом заражение может произойти. Поэтому первое – это чаще мыть руки. Мыть руки теплой водой длительно. Но если нет возможности мыть руки, значит, есть сейчас так называемые салфетки, пшикалки и салфетки, да. Но на этот вирус хорошо действует спирт, если это спирт содержащий, или если это хлор содержащий, жидкость какая-то. Это первая профилактика. Вторая – маски. Маски тоже дискуссионный вопрос, да. Но у масок, я так вижу, три основных направления. Значит, если человек одевает маску с целью предохранения, но если это контакт идет с явным больным, то здесь даже маска не поможет, здесь нужен специальный респиратор, который защищает намного сильнее, потому что через обычную маску вирус проникает хорошо. Но если идет контакт с каким-то чихающим или кашляющим больным, то маску, конечно, одевать безусловно нужно, чтобы оградить себя от капелек от этих, с которыми находится вирус. Это второй момент. И третий момент. Маска, конечно, поможет задержать выделение вируса у больного. Но в данном случае надо оценить возможность одеть эту маску. То одел маску, он там задохнется. А от коли оголошено карантин, то масковий режим вводиться чи ні? Ну, маска, да, это ж у нас традиционно. Тільки і масок при... немає зараз, да? Ну, от это беда, да. Вот. И знаете как, получается, что масочный режим и при гриппе идет, и при коронавирусе. Поэтому, ну, маска не помешает, в общем-то. Сергію Михайловичу, і от яка все-таки профілактика сьогодні ефективна? Ну, я вже сказав, що ні прививки, ні вакцини в даному випадку не допомагають. Значить, традиційно це перше миття рук, це далі контакти, поменше, особливо посещення людних міст. Вот, если там контактируешь, то стараться, расстояние считается минимум метр, интервал должен быть между людьми, не переохлаждаться. Ну и если человек заболел, то надо быть дома и не, по возможности не заражать окружающих. Хтось знову згадує в ефірі, назвав цей період, який ми переживаємо, порою відповідального ставлення до свого здоров'я. Совершенно верно. С одной стороны, это для людей відповідальне ставлення, а с другой стороны, это відповідальне ставлення нашей государственной машины к медицине. Получается так, что мы находимся накануне реформы, которая предполагает в корне изменить медицинскую помощь. Ряд больниц закрыть, ряд ограничить и так далее. И, к сожалению, коронавирус намекнул на то, что возможно этот перенос начала реформы, но переноса не состоится. Но другая положительная часть, что выделяются дополнительные деньги на закупку оборудования, на закупку защитных средств, на защиту антисептиков. То есть это опять-таки будет хороший момент тоже. Помимо того, что сам к себе относись, как должно быть, не рискую понапрасну, ну і підтримка буде зі сторони государства. От завершуючи нашу розмову, з якими ви словами хотіли б звернутися до телеглядачів і поставити крапку? Ну, прежде всего, берегите себя, не рискуйте. І якщо ви заболели, к сожалению, тут, как говорится, чтобы не сглазить, все-таки, да, по телефону надо общаться или с семейным доктором, или со своим плохо, то со скорой помощью. Сергію Михайловичу, я хочу вам подякувати, що ви прийшли до нас в студію за цю розмову, яка, я думаю, буде продовжуватися, і сьогодні вона так потрібна. Побажати вам здоров'я великого і багато сили. А телеглядачам я хочу нагадати, що сьогодні з нами в студії був головний експерт області з інфекційних хвороб
Сергій Панкратов.